позитивными. Я стараюсь каждый вечер проводить для себя такую медитацию. Когда я начал ее проводить, я начал для себя проводить некий такой индивидуальный эксперимент. Я начал говорить себе, будет ли у меня улучшаться мое состояние здоровья в случае, если я буду каждый вечер перед самым сном слушать красивую музыку и настраивать себя, но на внутреннее состояние ощущения радости, позитива или даже любви. Ну и я это начал делать. Включал музыку, которая мне нравится, это там Джордж Майкл или Би Джиз, или там, ну, какая-нибудь музыка, которая классическая музыка, Вивальди, допустим, Филипп Яровский, я люблю оперная музыка, которая не напрягает. И слушая ее, возможно, вот там книга такая у меня есть, там книга в нескольких томах, где описывается жизнь итальянских художников, Боттичелли, ну и так далее, Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи, и там репродукции. Вот я перед тем, как заснуть, рассматривал эти картины знаменитые, конечно, потрясающие красоты, настраивал себя на какое-то теплое такое состояние, гладил после этого рукой свою жену и после чего выключал свет. Никакой дополнительной информации, ни телеграма, ни тиктока. И что вам сказать, я утверждаю, что на этом фоне произошло похудение, омоложение, улучшение внутреннего самочувствия, улучшение проявления идей, адаптация начала происходить. То есть если появляются какие-то неприятности, то я на них так не реагирую. Более теплые отношения появились в семье и так далее. Ну, скажите, это же и есть доказательство наличия у человека нейросети, по которой или из которой он формирует свое поведение. Зачем вы смотрите гадость? Слушайте, смотрите что-нибудь хорошее.